видим, какой-то человек нарушает явно этику, нарушает явно законы, вообще может кого-то убить, какое-то насилие совершить, и все ему с рук сходит. Видели таких? И мы думаем, да что происходит? А что происходит? Очень просто. Его время еще не пришло. Время поработает с этим. Просто есть основания подождать у природы или у Бога. Основания есть, о которых мы что? Не знаем. Мы не видим всей картины мира. Когда мы удивляемся, что какой-то подлый, завистливый человек припеваючи живет, а какой-то честный человек жутко страдает, то мы что? Как происходит у нас мышление? Очень просто. Я Бог, я беру свои чувства и ставлю что? В эталон. Замечали такое за собой? Да это что ж происходит? Да если бы Бог был, он бы давно покарал бы. То есть мы ставим себя выше Бога. Мы говорим, если бы Бог был, он бы покарал. То есть я лучше знаю, что делать Богу. Нормально? Или мы говорим, да нету тут справедливости в мире. Тут все гады припеваючи живут, а все хорошие люди страдают. Есть такое. Это мы что? Как, куда мы себя ставим? Мы ставим себя в разряд, в ранг судей. А у Бога есть один аспект, что наказание или реакции, правильно сказать, за поступки приходит согласно времени, которым он управляет. И не мы, так как мы не боги, будем решать, как это время будет действовать. Если серьезно задумаемся, мы увидим, что мы маленькие, никчемные, но индивидуальные души. Все время все имитируем Бога. В суждениях, в ощущениях, в выводах. Но мы же не боги. Представьте, что вот сейчас здесь сидят все президенты. По природе, внутри. Мы чувствуем, что я президент. Порядок будет? Мы президенты? Ну, откройте соцсети, и вы увидите диванных президентов сотни, тысячи. Что это не так надо делать, делать надо так, другие говорят не так. И сидят на диване. Потому что кроме дивана, нигде их президентство, что? Не нужно. И если им реально дать президентство, представляете, что будет? Появится еще тысячи других диванных президентов, которые что? Скажут, это кто такой тут? Вот этим отличается материальный мир. Материальный мир отличается тем, что мы свои чувства в этих телах ставим за эталон. Пометьте. Вы каждый день с этим сталкиваетесь. Когда мы критикуем кого-то, мы критикуем относительно наших представлений, наших чувств. Мы говорим, как так можно? Если бы я был на его месте, я бы так не поступил. Мне не нравится. Правильно? А теперь как рассуждают души в духовном мире, знаете? А что хочет Бог? Вот смотрите, вот, например, нужно правительству проложить дорогу. А на этой дороге стоят дома. Приходят и говорят, пожалуйста, вот вам определенные деньги, согласно там к такому-то плану. Нам надо тут дорогу построить. Начинается тяжба, правильно? Почему? Потому что люди не верят, что правительство какое-то благо сделает, правильно? Они купят у них по 5 копеек эти дома, да? Сделают дорогу, но за эти 5 копеек нигде в другом месте нормальным дом не купишь. Так, правильно? Почему? Потому что в большинстве случаев правительство думает, что? В большинстве, я не говорю всегда. Ну, на что мы напарываемся? Что там чиновники, которые в первую очередь думают о деньгах, о наживе, а не о дороге, правильно? А человек, у которого стоит дом, думает в первую очередь о себе, правильно? Что ему нужен дом, и никто не может договориться. Вот в чем ужас-то. У меня была аудиенция с одним мэром города, и разговор зашел, я говорю, ну а зачем вот по генеральному плану вот такие-то застройки, да-да-да, просто по-человечески с ним говорю. Он говорит, ну потому что коррупция. Ну, допустим, я несколько им не подписал компаниям на строительство. Так они в другом городе, ну, по региону старше, получили. Они там пошли. Все равно. И поэтому у нас не будет дороги, потому что через 5 лет будет коллапс. Нельзя здесь это делать. А теперь представьте, что в духовном мире там все живое. Деревья живые. Все травинки, пылинки. Все это живые существа, которые служат единому Богу. Единому. Давайте сделаем теперь дорогу. Завтра Господь по ней поедет. Пои, давай, конечно. Господь же о нас не забудет. То есть там совершенно другое. Там нету этих проблем, потому что их нет. Как те проблемы, которые есть
В тюрьме их нет, даже в материальном мире. Относительно материального мира, да, тюрьма – это же дурдом полный. То есть все-таки люди в этом мире могут договориться, а в тюрьме только силой, кто сильней. Но здесь тоже мы, как в тюрьме, тягаемся. Вечная конкуренция. Кто красивее, кто богаче, кто лучше. И в результате какое сознание, такое окружение. Мы хотим быть красивее, лучше. Но и Вася, и Петя хотят быть красивее, лучше. И вот мы соревнуемся. А потом задают вопрос, откуда войны? Войны – естественный атрибут этого мира. Наше сознание уже воинственно настроено к Богу. Не то, что к окружающим людям.